Красноярские любители дрифта присоединились к популярному челленджу и сняли видео с инкассаторской машиной. Оно моментально разошлось по соцсетям. На кадрах видно, двое молодых парней бегут по дороге, подпрыгивают, а затем уже оказываются в машинах и дрифтуют. Только в одном аккаунте больше 190 тысяч просмотров. Видео снято в безопасном месте, ночью и в отсутствие пешеходов. Подобные ролики делают водители с разных уголков страны.